Мал, мала, меньше. 76. У супругов Кузьменко 8 детей. Пятерых из них Павел и Светлана 82. Взяли из детского дома. Если в доме в тесноте да не в обиде, то вот в гости, к примеру, до недавнего времени приходилось ходить по очереди. Старенький Volkswagen как не пыхтел, но всех желающих вместить не мог. Совместных выходов в свет по пальцам пересчитать, вспоминает глава семейства. Последний раз всей толпой выбирались в декабре на благотворительный концерт, который управление культуры организовало специально для того, чтобы собрать денег на покупку авто Кузьменко. Пожертвованных денег оказалось мало. Мечта стала реальностью после того, как судьбой семьи заинтересовался губернатор. В связи с тем, что потребности очень большие у вас, Павел, и в первую очередь в транспорте, вопрос этот решен. Томить в ожидании членов этой большой семьи губернатор не стал. И так слишком долго Кузьменко шли к своей мечте. Сегодня на первом этапе мы вам, я что с удовольствием делаю, главе семьи, вот эти вот ключи вручим вместе с документами. За рулем такой ласточки никогда не сидел, волновался отец семейства. Но обещал освоиться в роли командира большого семейного судна в считанные дни. Новая машина, я думаю, потихонечку буду осваивать, где какие кнопки, где что включать, передачу. Вот. Я думаю, что это не проблема. Дети в новом семейном авто освоились мгновенно. Таких многочисленных, как Кузьменко, в Орловской области сегодня около 5000, говорят в правительстве области. Почти половина из них все еще ходят пешком. Власти пообещали, что постараются изыскать возможность добавить оборотов в каждой из многодетных семей.